Спасибо, что приняли мое приглашение. Я Саманта Бамонт, секретарь Всемирного Союза. Я веду программу лицензирования лунных работ. Нам надо многое обсудить, но сперва позвольте представить Адам, архивирующий данные аналитический модуль. Получено сообщение. Спасибо за участие в программе лицензирования лунных работ. Ваша корпорация должна построить космопорты для новой фазы колонизации Луны. Также вы должны помочь Союзу в разработке термоядерного реактора, чтобы предотвратить энергетический кризис. Всемирный Союз желает вам успехов. Официально в программе могут участвовать только мегакорпорации. Но я добилась, чтобы вас тоже допустили до участия в тендере. Пожалуйста, укажите название своей корпорации. Да, привет всем, привет, друзья, подписчики и зрители канала. Привет, Сэм Бамонт. И что ж, давайте попробуем. Это у нас Анна 2205, симулятор городского строительства, она же стратегия. И давайте придумаем название нашей корпорации. Ну, я думаю, что это... Виско. Подтверждаем. Спасибо. Мне также нужен логотип вашей корпорации. Ну, с логотипом все достаточно просто. Вовка, морковка. Подтверждаем. Мое начальство во Всемирном Союзе не было уверено насчет вас, но я их убедила. Они даже согласились выделить лучший участок земли для вашей новой штаб-квартиры. Выберите сектор. Так, выбираем сектор. Мне очень нравится плотина. Давайте, наверное, ее выберем. Почти готово. Осталось обсудить условия вашего контракта со Всемирным Союзом. Финансирование и все такое. Ну, я бы взял высокий, стандартный эксперт. Высокий, сложность игра для любителей стратегии. Спокойная игра для строителей. Ну, я строитель, поэтому я, наверное, возьму это. Близко, бухта. Начинается. Первая фаза программы лицензирования лунных работ. Всемирный Союз выделяет вам участок в зоне умеренного климата для строительства космопорта и основной базы. Также вы должны построить космический лифт на орбитальную станцию Союза. Подробнее вам расскажет официальный представитель. Обширные луга и высокие горы. Скоро эту картину дополнят огромные небоскребы. И обратите внимание, мне сообщили, что одна из компаний «Пятерки» давно проявляет интерес к разрушенной плотине на вашей территории. Возможно, в какой-то момент вы сможете извлечь из этого выгоду, но ваша главная задача — строительство космопорта. А, вон, вижу на морковку. На площадке, где будет строиться ваш космопорт, пока нет рабочих. Но когда вы построите необходимое жилье, строители начнут прибывать. Так, ну насчет небоскребов я вам сегодня не обещаю. Если вы поставите лайк и мы продолжим эту игру, то, конечно, небоскребы будут. А с чего начинаются все строители, все симуляторы городского строительства? Конечно же... Я знаю, трудно держать в голове столько всего. Давай закрывайся. И давайте начнем строительство нашего города. С дороги. Так. Так, тут дорога у нас пойдет так. Тут так. Здесь у нас уже нам пасхалочка лежит. Ящик денег. Так, что, ребята? Можно осмотреть нашу территорию. Там мосты, горы. Все достаточно красиво. У игры новый движок. Так, ну ладно, давайте не будем тратить время и начнем строительство. Что нам нужно сделать? Нам нужно построить первые жилые дома. Есть работа? Мы готовы. Так, ну, я что-то немножко не то. Это вам поможет. Так. Окей. Хочется построить очень красивый город.
Так-с. То есть у нас есть уже какое-то никакое поселение. 17-18 человек. Черт, да. Где мои ключи? Достаточно такой футуристичный город. А для всех людей здесь нужны потребности. Если мы нажмем... Доступны новые виды построек. Предположим, вот так вот нажмем на дом, и мы видим, что... Человеку нужна информация и вода. Люблю государственные праздники. Так, чего у него есть? Натуральная пища есть. А, тут еще какие-то ящики. Так. Ну что ж, давайте. Строить уже будем. Что это у нас? Подсолнечная ферма. Это, видать, какие-то продукты. Такс. Все анимировано и очень красиво. Документы готовы? Что нам не хватает? Ну, в принципе, понятно, что нам не хватает. У нас территория немножко не подходила. Да, забрать деньги за сверхурочные. Так, подсолнечная ферма, что у нас дальше? Завод по производству строительных материалов. Немножко территория не подходит. Давайте продлим дорогу. Нам, в принципе, много заводов не надо. Отлично. Больше у вас не будет проблем со строительными материалами. Мне пора бежать. Так, окей. Иначе меня уволят. А, нужно следить за электричеством, чтобы нам его хватало. Так, а это у нас что? А, рисовая ферма, да? Ну, давайте ставить ее. Вот это неплохо. Пригодится. Многие мегакорпорации считают, что натуральная пища – роскошь и излишество. Я рада, что вам близка позиция Всемирного Союза. Так, ладно. Я немножко не так сделал. Это давайте что, сделаем третью. Ну, наверное. Нас не хватает рабочих. Хочется сделать очень красивый город. У нас есть парусник, которым мы можем управлять. И у нас внимание. Есть... Недостаточный персонал. Это я понял. У нас есть строящийся порт. Вовка-морковка. Это будет космический порт, с помощью которого мы полетим на Луну. Так, окей. Что нам нужно еще? Вода пока недоступна, нам скоро понадобится электричество. Также мы можем сделать... На ваших предприятиях не хватает рабочей силы. Производительность упала. Понятно, давайте. Сделаем рабочую силу. Чем мне немного не нравится эта игра... Надо иметь в виду этот вариант. То, что здесь дороги все по прямой. То есть, если, допустим, SimCity и City Skyline уже сделали закругленные дороги, то здесь пока это не реализовано. Ваши строители доложили о готовности одними из первых. Так держать. Так, помните, вот. Что конкуренты не дремлют. Все, мы можем. Для следующего этапа строительства вам потребуется квалифицированный персонал, чтобы работать в космопорту. Пожалуйста, изучите инструкции Союза и постройте всю необходимую инфраструктуру. Так, что нам нужно сделать? Требуется сотрудников рабочие 200 человек, у нас пока 54, и
Информационный центр. Такс. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. На воду. Ну, а, у нас дороги нету. Понятно. А установка не работает, когда нету связи. Давай. Да, вам потребуется опреснительный завод. Я понял, что мне потребуется. Иди ты. Опреснительный завод сделан и работает. Так, окей. Что еще нам нужно? Нам нужно все-таки продолжать строить город. Так, декорации. Мы можем сделать парковки, мы можем сделать парки. Я думаю, возле порта или порта, больше подойдет все-таки парковка. Ну и небольшой парк. На новый уровень. Так будет красиво. Так, что нам еще? Транспорт здесь пока обеспечивает сам порт. И нам он пока не нужен. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас за материалы присутствуют. То есть у нас все идет в плюс. Еда, питье, масло. Пока не знаю, для чего оно нужно. Осторожно, клейкая субстанция. Возможно, для строительства. Так, рабочие. Дальше за эту территорию я заходить не хочу. И давайте пойдем вглубь города. Вот это неплохо. Пригодится. Тут пасутся лоси. Такс. Ну, давайте строить дома. Пальчики оближешь. Скоро появится новый вид зданий. С доставкой. Давайте посмотрим. Руководство? Кто бы мог подумать? Заходите. Чтобы появился новый вид зданий, нам нужна информация. Информационный центр, который у нас пока недоступен, и он будет через 60 рабочих. Когда мы еще построим дома. Так, ну давайте. Сделаем так. Мы всегда можем откорректировать наш город, что-то удалить и что-то заменить. Так. Уже скоро откроется информационный центр. Я думаю, поставить его где-нибудь здесь. Так, новое здание, получено новые чертежи. Доступны здания нового типа. Все, мы можем строить информационный центр. Вы видели? Надо чаще сюда приходить. Так, ну что ж, давайте, ребята, строим рабочий информационный центр. У нас достаточно большой получается. Свободный доступ к информации позволит вашим сотрудникам удовлетворять свое любопытство и развивать профессиональные навыки. Вот такой он у нас. Блин. Здорово, что еще есть билеты. И такой город. Ну, либо деревня, это пока у нас.
Так, окей. Мы можем повысить уровень здания. Давайте начнем. Добрый день. Впечатляет. Вы собрали команду строителей и наняли персонал космопорта быстрее, чем я ожидала. Вы готовы к первому серьезному испытанию. Для нашей программы необходимо, чтобы вы соединили ваш город с орбитальной станцией Союза при помощи космолифта. Сейчас такой технологией обладают только корпорации Большой Пятерки, но я уверена, что вам это тоже по силам. Конечно, по силам, но для этого нам нужно... Вот смотрите, у нас появился новый вид зданий, помимо этого нам нужно... Нет энергии, нет производства. Вам надо больше энергии. Нужна энергия. Давайте ставим электростанции. Видите? Сработало. Но таких электростанций нам нужно очень много, чтобы обеспечить большой город. Так. Что ж, давайте дальше. Также помимо обычных маленьких домов, где занимает один квадрат, мы сейчас можем строить уже большие дома. Давайте сделаем вот так вот. Почему не можем? А, нам нужен робот. Чтобы сделать робота, нам нужно кобальт и нанокерамика. А это шахты. Так, это сделали. Это сделали. Связать их дорогами. И у нас опять нет электричества. Давайте так сделаем. Так, пока есть, но этого недостаточно. И завод по производству роботов. Хорошо, вы собрали все необходимое. Так. У вас нет нужных материалов, чтобы произвести силовой кабель космолифта. Но я уже организовала доставку. Нам нужен транспорт для доставки роботов. И нам нужны рабочие. Транспорт у нас вот так вот. Опять энергии не хватает. Внимание! Недостаточно персонала. Я знаю, сейчас я будет. Я как чувствовал, что сегодня что-то произойдет. Я Ник Пападакис. Пападакис Энтерпрайзес. Если тебе что-то нужно, заходи. Хорошая у него фамилия, Пападакис. Так, ну что, можно еще увеличить количество жителей? Энергии слишком мало. На ваших предприятиях не хватает рабочей силы. Производительность упала. Окей, сейчас будет все. Все будет. Так, окей. Давайте повышать, что ли, уровень зданий. Кто был? Добрый день. Добрый день. Ладно, где вы виделись в последний раз? Так, вот такой у нас центр. Получается, в принципе, у нас уже должны быть роботы. Да. Роботы добрый есть. День. И мы строим жилой комплекс. Ну, давайте. Вот. Опять задержки. Задержки у нее. Я не могу так работать. Работай. Такой жилой комплекс. Возле информационного. Нам еще нужно 40 рабочих.
40 рабочих. Привет. Здорово. Знаете, игрушка хорошая, как я уже говорил в обзоре. Оно не стоит 2000 рублей. Жалко за нее 2000 рублей. Такс. Тут я удалю. А здесь сделаю так. Декорации. Говорят, будут сокращения. Насрать. Сокращения. И нам осталось 10 человек. Чтобы все работали хорошо. Мы можем, в принципе, улучшить вот эти дома. Ну да. Ну да, улучшим. Отойди от аккумулятора. Это она мне? Включу, чтобы менялось время суток. Привет. Так, тоже очень красиво. Есть? Четыре человека всего. Добрый день. Как? Здорово. Вы, наверное, привыкли к большему комфорту. Так, сколько? Два человека. Новое задание. Получены новые Хорошо. Чертежи. Надо иметь в виду этот вариант. Операторы. Так. Ну, нашим важное по работе? Операторам нужно витаминные напитки, омолаживатели, это типа ботокса, нейроимплантанты и безопасность. Что мы можем предложить сейчас? Можем предложить сок, а чтобы Внимание. Сделать сок? Не удовлетворен спрос на определенные товары. Я понял, на что. Сейчас мы сделаем. Такс. Апельсиновая фирма. Лайшен Электрисити снова лидер в индустрии. Иди ты, Фобо, кто такая? То есть нас кто-то опередил по развитию. Забота о здоровье персонала очень разумна. Ваша корпорация станет более привлекательной для потенциальных сотрудников. Нужны рабочие. Нужно 108 рабочих. Офигеть. Так. Внимание. Нехватка кадров тормозит производство. Руководство? Кто бы... Мы покорим всю. Покорим. Работа найдется? Найдется, всем найдется работа, давай. На ваших предприятиях не хватает рабочей силы. Производительность упала. Я как раз таки этим и занимаюсь. А у нас вечереет. Такс. Птички, солнце, море. Люди занимаются своим делом. Так. Окей. Сколько нам не хватает? 21 человек. Доступны здания нового типа. Не понял, кто. Приливная ГЭС, электростанция. Она нам очень поможет. Такс. С ее помощью мы можем избавиться от большого количества обычных ветряных электростанций.
Хорошо. Стандартизируем весь процесс. И как вы видите, у нас рабочих тоже в запасе есть. Где у нас еще электростанции? Так, окей. Что у нас здесь? Пока мы ничего не можем сделать с этим. Так, что нам дальше делать? Требуются сотрудники. Еще 500 человек, операторов. То есть нам вот этих больших домов нужно еще, чтобы... Ну, 400 человек было. Давайте. Ну, да. Давно у меня не было таких. Привет. У нас почти все дома уже большие. Честно, не хочу никуда отсюда уезжать. Ну хорошо, оставайся. Так. Город растет. Отлично, загрязнение на нуле. Да я бы не сказал. Выберите космопорт. Начните улучшение. Но нам пока нужно добиться вот этого результата. 1000 сотрудников, операторов. Будут сокращения. Мне с детства хотелось отправиться в космос. А теперь я помогаю осуществить мечту. Все ты осуществишь. Давай. Так, декорации. Парк, парк, парк. Парковка, парковка. Парковка, парковка. Парк. Так, окей. Такое чувство, что у нас... И все. Так, ну что же, надо строить дома. Давайте. Здесь мы можем улучшать. Операторы. Наверное, привык. Так, новый уровень корпорации 4. Стоимость компании выросла. На 795 человек. Так, две шахты трудятся. Говорят, будут сокращения. Так, я бы еще снес вот эту электростанцию. У нас рассвет. Солнце? Не вижу. Работа пришла.
Работа пришла и тебя нашла. Так, давай. Уровень 4. Так, пока ничего нового мы, в принципе, строить не можем. Нам скоро откроется ферма водорослей. Синтетические ткани и ботокс. Ну и охрана, но я думаю, что это не совсем скоро. Так, что еще мы можем сделать? Пока только строимся. Пока город... Работа найдется? Найдется. Пока город не очень красиво выглядит. Отправка через 3, 2, 1. Такс. Что у нас здесь? Какой-то самолет. Уровень повысить скоро, совсем скоро. Так, что тут у нас информация? Выберите космопорт, но я его выбрал. А надо еще дома строить. Еще несколько домов. Улучшаем. Если вкратце. Так. Добрый день. Как? Какие все вежливые. Сколько человек? 960. Еще 40 человек нужно. 40 человек. Так, тут это не подходит. Давайте сделаем вот так. Добрый день. Так, ждем. Ох, мать твою, меня занесло куда-то не туда. Ваши техники готовы. Начинайте строительство космолифта, как только все остальные условия будут выполнены. Что мой еще? Помощник Джон Раферти уже направляется к вам с необходимыми материалами. У нас все нормально. Так, улучшаем. Говорит Раферти, мисс Бамонт поставила меня охранять транспорт. Входим в ваш сектор. Но не тут-то было, на него напали, и нам сейчас придется с ними воевать и отбивать корабли. Тревога! Нас атакуют! Черт! Груз! Защищайте корабль! Люди Земли, это манифест о независимости Луны. Десятки лет оружием Всемирного Союза были ложь, презрение и эксплуатация. А ЛДК покорно делала все, что ей приказывали. Все кончено. Не пытайтесь присвоить себе страну наших отцов. Мы — орбитальный дозор. Луна свободна. Они как с неба свалились. Утопили мои корабли и забрали груз. Теперь весь сектор в блокаде. Ни один транспорт не может пройти. Хорошо. Инструкции будем читать потом. Нет времени. Орбит. Срочно отправляйтесь да, к Раферти по указанным координатам. Действуйте по обстоятельствам. Раферти. Крысы атакуют наши корабли. Всыпем. Улучшить корабль. Принять задание. Давай. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Ладно, разберемся, что им сок нужен.
Вон там эти чертовы трусы на нас напали. Кружат вокруг наших кораблей, как стервятники. Еще и подкрепления к ним пришли. Надо осторожно. Видал я таких. Совести у них нет. Освободи наши корабли. Я тебя прикрою. Ну что ж, у нас новое задание. Нам дали 3 боевых корабля. Координаты приняты. И один корабль поддержки. Назовите себя. Я думаю, это будет достаточно легко. Так, давай. Так точно. Начинаю ремонт. У нас снова противник. Орудие к бою. Мы под обстрелом. А у них еще подкрепление. Так, окей. Подтверждаю. К бою готовы. Все по постам, нас атакуют. Ух ты, бля! Экипаж! Это какие-то морские мины, что ли? Так, ну что, давайте дальше. Продвигаемся. Нас атакуют. Так, окей, ты чинить будешь вот этот маленький. Полный вперед! Кораблик. Давай чини его. Устраняем повреждения. Так точно. Окей, дальше. Боевые посты. Это какая-то установка ракетная, похоже. Поехали дальше. Экипаж. Цель принята. Пипец, он пришел. А че они не взрываются-то? Готово. Как нами. Все готово. Только ничего не надо, никого не потерять. Понеслась. Все готово. По нам со всех сторон болдят. Вот так их откинули. Боевые посты. Если бы не корабль поддержки, я думаю, я бы здесь проиграл. И все не наши. Получаете. Я знал, что ты... Все установлено. Можно приступать. Так, ну что же, мы
Мы с парнями все починим. Отбили корабль с материалами. Пострадали. Это нападение повергло многих политиков Союза в шок. Но программа должна продолжаться. Мы потеряли контакт с лунно-добывающей компанией. Похоже, многие лунные колонии теперь контролируются орбитальным дозором. Тем важнее срочно наладить работу вашего космолифта. Сейчас мы наладим все. Космолифт строится. Кабель установлен. Лифт готов к эксплуатации. Приближаемся к космической станции Союза. Приготовьтесь к стыковке. Ну что ж, ребята, мы уже в космосе, и мы на этом заканчиваем серию. Надеюсь, вам понравилось, вы поставите лайк, чтобы мы продолжили и добились уже заселения Луны. А с вами был Висконти, всем пока.